суспільне телебачення України, общественное телевидение Украины. Меня зовут Муслим Умеров. У меня такой вопрос. Что из украденного в Украине, помимо зерна, России уже удалось продать? Еще раз. Что из украденного в Украине, помимо зерна, России уже удалось продать? Вы все думаете о том, у вас все время голова болит о том, где бы что своровать, да, и думаете, что все так поступают. Я вам отвечаю. Мы занимаемся реализацией целей, которые были объявлены публично. Избавить Восток Украины от давления неонацистского режима. Вот чем мы занимаемся. А зерно, мы сегодня объяснили, что зерно может свободно транспортироваться в пункты назначения со стороны России, никаких препятствий нет. Для этого нужно, чтобы господин Зеленский дал команду, если он еще чем-то там командует, чтобы разрешили иностранным, да и украинским судам выйти в Черное море. Спасибо большое. They want to have photo here.